Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222-55-00. Каждый правильный прием плюс балл, ошибка минус несколько. Но не для сестер Авериных. На мировом чемпионате гимнасток поддерживают поклонники из родного Заволжья. Несмотря на маленький городок, у всех детей есть шанс вырасти, показать свои результаты. Поэтому болеем, гордимся. Россия непобедимая. Сестры – главные кандидатки на участие в летней Олимпиаде в Токио. Это может решиться уже через 2 недели, поэтому поддержка как никогда важна. Это очень мило, что они возят с собой плакат, еще и приезжают в Казань, чтобы нас поддержать. И я думаю, это даже сказывается на выступлениях, потому что чувствуется их поддержка, и спасибо им большое. В центре гимнастики спортсменки из 34 стран мира. Они выступают с обручами, лентами, мячами и булавами. Кроме того, что это зрелищно, но и обязательно для выступления. Вот те самые снаряды, булавы, которые при взгляде со стороны кажутся практически невесомыми. На самом деле вес в них есть почти 150 граммов. Зрелищному и престижному турниру придется покинуть Казань. Это подтвердили и организаторы, но с одной оговоркой. Кубок мира у нас переезжает всего на 1 год, на следующий, на Олимпийский, а затем вновь возвращается в Казань. Переезд связан с предстоящей Олимпиадой. В следующем году турнир проведут в Москве. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.